Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Audi A3. Ремонт правой стороны. Все мятые детали заменю. Ладно, разбираю. Итак, машина разобрана. Сначала я заменю обшивку порога. Удаляю часть обшивки порога. Поврежденный металл удален. Для замены у меня есть новая обшивка. Выравниваю места соединений. Устанавливаю порог и привариваю. Thank you.
Сварочные работы закончены. Ставлю двери, переднее крыло, фару и бампер. Двери от сгоревшей машины, они только для примерки. Потом владелец заменит их. Ну и последний этап, небольшая вмятина на заднем крыле. Ну вот и все, моя работа закончена. На эту работу ушел 21 час. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!